17.01 от друга в социальной сети ВКонтакте пришло сообщение о просьбе перевести деньги, так как у него была только наличка для совершения операции, там, не знаю, оплаты заказа какого-то. Ну, в общем, перевел сумму 14 тысяч. После он попросил еще, вызвало сомнение это. Перезвонил другу, оказалось, что никаких действий не совершал. С его страницы пишут мне мошенники.